Московская область первый раз примет участие во всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик. Мероприятие проходит под эгидой Министерства строительства Российской Федерации. Глава Андрей Иванов сообщил, что Одинцовский округ войдет в число муниципалитетов, которые будут представлять наш регион на федеральном уровне. Помимо нашего муниципалитета, заявки в данной номинации подали еще 5 подмосковных округов. Шансы на победу областных номинантов достаточно высоки.